друзья, второй день. Продолжаем работу. Клубничку добавила новую в чашечку. Там за ночь начала портиться. Плохую убрала, свежую положила. Так, сейчас тогда начнем с клубники, потому что она быстро портится. Ее бы желательно прописать как можно быстрее. Красочку еще.
продолжаем нашу работу. Сегодня уже третий день. Клубника опять уже испортилась за ночь, за весь день. Но у меня уже нету свежей клубники, чтобы заменить. Поэтому не будем ее трогать. Как бы основную клубничку прописали вчера. Это ягодки писала, я использовала кадмий красный, желтую, оранжевый кадмий, краблак, розовую, коричневую, умбру жженую. Смотрела внимательно на натуру и подбирала все эти цвета. В принципе, клубничку эту уже трогать я не буду, наверное. Если только там немножко где-то уточнить тень, усилить или свет. Вот, например, вот эта ягодка, она такая самая светлая, самая большая. Вот ее еще можно немножко световые части выделить, чтобы она так прям выбирала на нас. Так как это ближний план, типа центр композиции клубничка. Хочется сюда вот добавить какую-то веточку, там пятно белое, чтобы было, чтобы как-то поддерживало это белое пятно по композиции. Сейчас там найду какую-нибудь веточку, сюда положу. И будем дальше работать. Так, ну вот я уже положила веточку. Да, вот. Я думаю, по композиции будет хорошо. Она будет как бы это пятно тут будет белое тоже. И вот здесь чуть-чуть поддержу. Это как-то тут вот пустоватый уголок получился.